Тебе своих детей приносим, дивный Боже, благословение Ты свое пошли. От жизни этой мрачной, наполненной злобою, Ты их, Иисус, беспомощный храни. От жизни этой мрачной, наполненной злобою, Ты их, Иисус, беспомощный храни. Храни, веди своей рукой по жизненной дороге через горе испытания в небеса. Мы верим, что для них нет ничего дороже, чем славить и любить Иисус Тебя. Мы верим, что для них нет ничего дороже, чем славить и любить Иисус Тебя. Тебя смирение пред Тобой. Для дела Твоего детей мы посвящаем, чтоб жили и возрастали для Тебя. Для дела Твоего детей мы посвящаем, чтоб жили и возрастали для Тебя, для Тебя. Тебе своих детей приносим, дивный Боже. Братья и сестры, у нас нет какого-то определенного такого, знаете, предписанного, как мы должны это служение делать. Но есть предписанное, как Божье Слово говорит, чтобы молиться, представить Господу. Как, помните, мы вспоминаем такой праздник, когда принесли маленького Иисуса в храм. И там старший человек, который уже на отходе от этой земли, взял на руки, Бога благословил, родителей помолился. И мы читаем, когда Христос был на земле, приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И особенно следующий стих: «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». И мы также будем молиться за наших деток. Мы спросим, как родители назвали. Дайте, пожалуйста, микрофон. Даниил. Алекс. Эмилия. Итан. Дай поблагословить, если начал. Яна. Рустам. Лиана. Марика. Виктория. Эстер. Карина. Во сколько братьев, сколько сестер, не помню. Ну, хай Бог благословит. Братья и сестры, приготовьтесь. Пожалуйста, приготовьтесь для того, чтобы выйти взять. Я только спрошу родителей, вы обещаете на основании Священного Писания воспитать своих детей в духе христианства, передать им Божье Слово, показать дорогу Господу и в церковь. Дай Боже вам силы, дай Боже вам мудрости. Если вы будете и жизнью своей, и внешностью, словами и делами
говорить об этом. Дети будут читать, слышать, внимать и будут во славу Господу и вам радость. Пожалуйста, родители представят детей своих братьям. Братья, пожалуйста, выйдите. Вот, да будем молиться за наших деток, братья и сестры, которые по домах. Детки, которые возле родителей своих. Видите, таких раньше и вас приносили. Да, да, родители приносили вас, когда вы были маленькие. И братья брали на руки и молились за них. И вы сейчас благословенные. Возле мамы, возле... Господь вас сохранил. И в школе, и на дороге. И милость Божья была над вами. Братья и сестры, кто в зале также находится... Мы встанем на наши ноги, вознесем молитву и попросим благословения. Я уже здесь буду, брат, возьми. Братья и сестры, представим наших деток под Божье благословение. Молимся, просим благословения. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Братья, поздравьте только тех, которые вы молились в это время. Пожалуйста, брат Веня. Мы споем псалом, пожалуйста, хорошо. Я также прошу, брат Павел, мы тебя не видим, але, пожалуйста, так пройди, чтобы видно было потихонько, не спеша, всех наших деток и родителей, которые принесли. И, братья и сестры, я думаю, не только вот этой молитвой, которую мы совершили за деток, за всех наших деток, которых есть... Около 1500 мы будем молиться, чтобы Господь сохранил их. Так, братья и сестры? Чтобы завтра они Богу служили и не служили этому миру. Да благословит Господь. Хорошо посмотрите каждую семью. Родители, покажите свои подарки, чтобы хорошо увидели и прославили Господа. Церковь строится. Слава Господу. Поем псалом, пожалуйста. Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. О, помоги поступках всем быть самому пример для тех, с которыми я должен жить, которых должен я любить, с которыми я должен жить, которых должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья воздвигли в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Воздвигли в сердце нашим храм Твоим спасительным словам. Тебе, как жертву отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей Твою. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей Твою. Благодарим, хай благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста. Желаю вам благословения деткам вашим, чтобы милость Божья была над вами. Братья и сестры. А, перебил интернет, имена не слышали. Ну, хорошо, спросим еще раз. Но перед этим, братья и сестры, мне уже на мысли, чтобы я не пропала мысль, очень немножко задерживается собрание. А кто-то плачет сегодня? Детей нет. Дорогая душа, брат, сестра, не плачь. Пред Господом предстань. Господь даст вам детей. Господь наполнит ваш дом благословением этим. Положите надежду на Господа. Божье слово говорит, возложите на меня все ваши заботы, ибо Он печется о вас.
Мы будем молиться также, чтобы Господь благословил ваш дом. А где дети ушли в этот мир, Божье Слово говорит, вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа, простирай к Нему руки твои, а душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Будем просить, чтобы все наши дети, те, которые ушли в этот мир, возвратились в церковь. Сестра, брат, не теряй надежды. Божье Слово говорит, взывай при начале каждой стражи о детях своих. В церкву пиши, мы будем молиться, чтобы дети в церкви были и служили Господу. Братья и сестры, наша надежда на Господа нашего. Враг старается удалить наших детей, но Господь силен возвратить. Еще слово вспоминаю, посмотри, детей твоих несут, на руках несут к тебе. Возвращаются они, силен Господь возвратить. Положим надежду на Господа, ну и спросим еще раз имена. Даниил. Алекс. Эмилия. Итан. Яна. Рустам. Лиана. Марика. Виктория. Исвир. Карина. Братья и сестры, слышали? Мы будем молиться. Садитесь, пожалуйста. Хай Бог благословит вас, родители. Только домой не уходите, пока не возвратите назад бумажку. Напишите и возвратите брата Геннадию, потому что он всегда переживает, говорит, брат Виктор, раздать раздали, а возврата нет. Так что возврати, сядьте на место, возвратите. Брат Петр Дулин, просим, пожалуйста, следующее. У нас еще одно служение, хай Бог благословит.